не так давно, выступая на бизнес-форумах с участием представителей иностранного бизнеса, я говорил о том, насколько важно заниматься приватизацией, не только с точки зрения пополнения доходов государственного бюджета, что, конечно, действительно для нас тоже имеет существенное значение, но и вообще просто для того, чтобы мы понимали, какую экономику мы создаем. За этот период были проданы акции ряда крупных предприятий. В общем, это впервые, наверное, за последнее время. В том числе в сентябре в частную собственность было передано 7,6% акций Сбербанка, за что было выручено более 5 миллиардов 200 миллионов долларов США. Это одна из самых крупных сделок в сфере отчуждения государственного имущества за последние 10 лет. Я считаю, что, кстати, нам нужно вернуться еще к одной теме. Это государственные корпорации. Я когда-то говорил о том, что часть из них должна либо быстро, либо, может быть, чуть менее быстро, в зависимости от цели и задач, но преобразовываться в акционерное общество. Эти процессы пошли. Часть из них уже акционерными обществами стала. Но часть этих корпораций просто должна завершить работу в связи с выполнением поставленных целей.